Большое внимание в нашем районе уделяется дошкольным образовательным учреждениям. Строятся новые корпуса и детские сады, реконструируются уже имеющиеся. Один из таких – 30-й детсад в хуторе Сербин. Здание 30-го детского сада было признано аварийным. В целях безопасности дошкольные учреждения закрыли, а малышей распределили в другие близлежащие детсады. Чтобы детский сад стал работать снова, нужно было устранить проблемы. Решено было укрепить фундамент, произвести стяжку здания по периметру, установить подвесные потолки, словом, сделать все необходимое, чтобы отремонтированное здание стало отвечать современным требованиям. Благодаря всесторонней поддержке этого проекта главой Славянского района Романом Синеговским и депутатом законодательного собрания Кубани Виктором Чернявским все намеченное было реализовано вовремя и с высоким качеством. Коллектив образовательного учреждения по достоинству оценил сделанное и готов к полноценной работе. Очень рады, что произошел с нами такой ремонт хороший, все современное теперь, двери, стены, потолки, освещение, все. Мы этому очень рады, детям теперь уютно, комфортно играть, нам комфортно работать, все хорошо у нас теперь. Большое спасибо Роману Ивановичу Синеговскому с его командой администрации за то, что все оперативно и быстро красиво сделали такой масштабный ремонт. Для родителей Маевского сельского поселения долгожданное открытие детского сада стало очень радостным событием. Они не скрывают своих мыслей и чувств. Конечно, очень рады, что мы вернулись в наш родной садик. У меня старший сын сюда отходил. Целый год мы были в другом садике и рады, что вернулись в новый обновленный садик. Хорошие игрушки, группу отремонтировали, спальные места отличные. И двор у нас поменялся. Стал аккуратный, очень ухоженный. Изменения очень заметные. Повезло нам, конечно, в этом плане с помощью. Родители очень довольны, что открылся сад новый, отремонтированный, с хорошими, прекрасными игрушками, с обновленной территорией, с красивыми группами. С каждым днем детский сад все больше пополняется детворой, которая была распределена по другим учреждениям образования и сейчас возвращается сюда. Для этих детей 30-й детсад самый родной и близкий. Наш любимый детский сад, он всегда нам очень рад. Утро весело встречаем, всех на завтрак приглашаем. На прогулку нас ведет и танцует, и поет. В ближайшем будущем 30-й детский сад ожидает еще и строительство нового корпуса, отвечающего самым современным требованиям. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».